Всем здорово, ребят, сегодня я вам расскажу про лучшие донатные машины на Маджестике. Собрал я всю нужную информацию, так что каждый из вас после просмотра данного видеоролика определится, какая машина самая лучшая лично для него. Поэтому я каждому желаю приятного просмотра и аппетита, кто кушает. Let's fucking go! Ну и как всегда, абсолютно в каждом видеоролике разыграю по 2000 Маджестик коинов на любом из серверов. Для участия вы должны подписаться на канал, поставить лайк под этим видеороликом, написать статик и сервер, на котором вы играете, ну а также вступить в мой дискорд канал. Там ты найдешь много полезной информации, таблиц, гайдов и карт на Маджестик РП и много различных розыгрышей. Ну а если ты хочешь играть вместе со мной, то переходи по ссылочке в описании, регистрируйся, вводи мой промокод Москвин, он тебе даст 20 тысяч баксов и 7 дней платину VIP. А это очень хорошие плюшки, которые тебе помогут на старте. Ввести его можно при регистрации или в чат командой /промо-москвин. Ну а я буду начинать, let's go. Ну что, начну я, пожалуй, свой топ донатных машин с мотоцикла. Брутал Агуста, который стоит 10 тысяч Маджестик коинов, является одним из самых быстрых и топовых мотиков на Маджестике. Разгон у него просто дикий и при этом очень хорошая управляемость. Едет он в полном тюнинге 330 км в час и вмещает в себя 10 кг багажника. Ну а полный тюнинг обойдется вам в 315 тысяч баксов. Я считаю, что это наилучший вариант для развозки закладок на таком мотоцикле. Всем советую, ну а мы летим дальше. Далее на очереди очень классная и самая главная быстрая машина до 12 тысяч Маджестик коинов. Она, кстати, столько и стоит. И это у нас Mercedes AMG GTR. Преимущество ее в том, что среди всех машин в категории 12 тысяч Маджестик коинов и меньше это является самой быстрой и управляемой и резвой тачкой, которая едет в полном тюнинге 300 км в час. Но у нее есть небольшие минусы. Первое — это то, что у нее вместимость багажника всего лишь 50 кг, а второе — то, что она купе и у нее всего лишь два места. То есть водительское и одно пассажирское. Но то, как она ведет себя на дороге и разгоняется, это просто лучший аппарат за такие коины. Ну и забыл сказать то, что максимальный тюнинг обойдется вам в 450 тысяч баксов. Ну а мы летим к следующей тачке. Далее на очереди просто пушечный Mercedes E63S, который стоит 15 тысяч Маджестик коинов. Очень управляемая, красивая и быстрая тачка. К тому же у нее есть обвесы, которые сейчас вы видите на экране. Это рестайлинговый обвес, который можно было получить в зимнем пропуске, если я не ошибаюсь. Максималка у этой тачки 306 км в час и вмещает он в себя 100 кг багажника. Ну а полный тюнинг обойдется вам в 450 тысяч баксов. Очень красивая и хорошая тачка, и несмотря на то, что у меня около 40 топовых тачек в моем гараже, мой выбор покайфовать зайти на Маджестик падает на E63S. Так что я всем советую эту машину к покупке. Далее на очереди Porsche Panamera. Многие любят эту тачку, ведь у нее очень хороший разгон, управляемость, да и в целом приятная цена за такую машину. 18 тысяч Маджестик коинов. Багажник, кстати, вмещает в себя 100 кг, что более-менее хорошо. Машина довольно классно выглядит, напоминаю, что у нее быстрый разгон, максимальная скорость в тюнинге 306 км в час, при этом хорошая управляемость и ее не заносит. Именно поэтому многие останавливают свой выбор именно на ней. Но максимальный тюнинг авто обойдется вам 675 тысяч баксов. Ну а мы летим к следующей тачке. Далее очень красивая и хорошая машина BMW M8 Grand Coupe, которая точно так же стоит 18 тысяч Маджестик коинов. Разгон, кстати, в полном тюнинге ровно такой же 306 км в час, а багажник вмещает в себя 100 кг. Но плюс этой машины от прошлой, что она немного быстрее разгоняется, чем Panamera, хотя Panamera чуть лучше управляется. В общем, для меня эти машины наравне, они обе очень хороши, тут, как говорится, на вкус и цвет. Ну и полный тюнинг ровно так же обойдется вам 675 тысяч баксов. Далее у нас классика, как же без 63-го гелика. Он немного подорожал, раньше его стоимость была 15 тысяч Маджестик коинов, но чуть больше полугода назад его цена стала целых 20 тысяч Маджестик коинов. Но при этом машине добавили очень много классных эксклюзивных обвесов, как в Брабусе, так и в Менсере, который стоит и у меня. Также каждый из вас может себе поставить как карбон, так и кованый карбон за донат. В общем, машина реально имба. Идеально выглядит, хорошо управляется и имеет максималку в полном тюнинге 306 км в час и вмещает в себя целых 150 кг багажника. Что придает огромный плюс этой машине, и не могу упомянуть ее звук, но выхлоп просто пушка. Лично я считаю, что это лучший звук, который есть на Маджестике. Ну а полный тюнинг обойдется вам 750 тысяч баксов. Далее на очереди Rolls Cullinan, стоит 38 тысяч Маджестик коинов. Подойдет как для повседневной езды, так и для тулева. Ведь он хорошо управляется и прекрасно разгоняется, а максималка у нее 325 км в час. И при этом всем багажник вмещает в себя целых 180 кг, что дает огромный плюс данной тачке. И максимальный тюнинг обойдется вам в 1 425 тысяч баксов. И забыл упомянуть, что у нее очень хорошая управляемость, так что эта тачка просто идеальна. И кстати, при этом всем вы можете поставить топовые обвесы, так что визуально тачка просто пушечная. Далее у нас на очереди Ferrari LaFerrari.
Как я сказал, как итальянец какой-то. Далее на очереди у нас Ferrari LaFerrari, который стоит 45 тысяч Majestic коинов. Тоже очень отличная машина, зачастую многие останавливаются именно на ней. Ведь вы получаете просто космический разгон. Максималка, кстати, у нее 356 км в час. И при этом всем она одна из самых управляемых вообще машин на Majestic. Так что машина просто идеальная. Багажник, кстати, вмещает в себя 50 кг, а максимальный тюнинг авто обойдется вам в 1 687 тысяч баксов. Ну и последняя тачка в моем топе — это Bugatti Diva. Стоит она 75 тысяч Majestic коинов. Понятное дело, что не все смогут ее приобрести, но не упомянуть ее в этом списке я, конечно же, не мог. Ведь это самая дорогая машина за донат. Она очень быстрая, управляемая и хорошая тачка. В полном тюнинге едет 370 км в час и вмещает в себя 40 кг багажника. Ну а полный тюнинг авто обойдется вам в 2 676 тысяч баксов. Поэтому, если вы не хотите париться, быстро ездить и при этом есть возможность без каких-либо проблем купить Диву, то покупайте. Машина просто топ. Вот такой вот у меня топ машин получился. Очень интересно будет почитать ваше мнение. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и не забудьте написать комментарий. Это лучшее, что вы можете сделать в знак благодарности. Ну и конечно же, я подведу итоги прошлого розыгрыша на 2000 Majestic коинов. И победителем становится вот этот вот счастливчик. Поздравляю. И для того, чтобы забрать этот приз, напиши мне во ВКонтакте. Ссылочка будет в описании. Ну а я в свою очередь буду потихонечку заканчивать. И не забываем, кстати, про розыгрыши. Обязательно подписка, лайк и комментарий. Ну а с вами был Москвин. Желаю всем добра и позитива. Всем удачи. И пока.